Всем привет, призыватели! И давайте взглянем на небольшие утечки о падшем королеве Его. Информации по нему не так много, но теперь-то мы точно можем сказать, что звать его будут Виего. А также на Твиттере можно найти часть анимации. Мы, конечно же, оставим ссылку в описании. Также там есть спешл-арт, на котором мы можем увидеть его во весь рост, его броню и меч. Разве это не замечательно? Файлы, откуда это все было вытащено, так и назывались viego.inusa и viego.vat. В официальном ролике мы уже могли послушать то, как нас дразнили намеком на него. Туман, он рядом. Погибель. Виего. Также мы получили небольшое описание новых скинов. К примеру, Дрейвен, как и полагается шоумену, вызвал Виего на дуэль, в которой проиграл и погиб. Тогда-то Дрейвен и превратился в падшего. Но ничего не изменилось, за исключением его седых волос. Хотя и личность его чутка поменялась. Будет и скин падшей кармы. Для у него должна быть механика овладения, но мы точно не уверены, что имелось в виду, и пока не готовы делать точные выводы. Но как бы хотелось увидеть возможность овладеть лесными монстрами или даже врагом. Просто представьте, насколько бы это круто выглядело. Вы будто призрак вселяетесь во врага и используете его умения на своей же команде. Хотя и немного безумно в плане контроля. Что же нас ждет впереди, еще неизвестно. Но думаю, что это будет очень-очень круто. С вами была Мэй и команда RaidUp. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте подписываться, ставить лайк и все прочее. Хотя вы и так уже знаете, что нужно делать. А на этом я прощаюсь. Всем спасибо за просмотр и пока-пока!